миллиончиков. Выбрался из задницы мира и попал в эту канаву. Сейчас трасса идет, я пойду пешком. Сейчас в Краснодар выхожу. Там мост виднеется вдалеке. А здесь прикольная речка. Так что я еду не знаю куда. Вот так вот застрял, жду Блаблакар доехать до Ростова. Вот так меня полицейские вот пытались остановить. Вот такая вот ситуация. Блаблакар мой. Вот я и в Ростове, короче. Пришлось мне на Блаблакар доехать. Я не знаю зачем, но ладно. Теперь пойдем километров 10 по Ростову, по набережной. Ночная архитектура Ростова. Такие ворота, бляха-муха. Охуенные. Какое стрёмное место. В Ростовчике. Не видно, конечно, но вот это здание шикарное. Класс. Попал в такую сказку, но рядом валяется мусор. Ну, люди такие вот в стране. Просто надо... Опять же, изуродовали все дома кондиционеров и пластиковых окон с рекламами, понавешали. Ростов. Изуродованный город. Эй, вы черные ублюдки, вы что тут спите? Везде кондиционеры. На наружной стороне в России любят похвастаться кондиционерами. Я еще заметил, что Ростов город бомжей. Там где-то бомж шатается. Там два бомжа идут. Офигеть можно. Бомж просыпается, мне нужно отсюда валить. Бедных плакал КБТ, что с тобой сделали люди? Ну что, Ростов. Вечная слава героям-бомжам. Пиздец. Прям в центре города. Прохожу, думаю, опять бомжи ростовские ругаются. А там, видимо, зэки ругаются. Вот вам, ублюдки. Какой прекрасный дом. Старинный. Как он сохранился? Как же его так и не изменили? Посмотрите. Его, наверное, оставили. Это какой-то музей, наверное. Там-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Бабах. Это трущоба. Магазинчик. Мне нужен. Мне этот магазин нужен. Мне этот магазинчик нужен. Ура, нашел. Чувак, ты что понаделал? Наконец-то магазин 24. Сейчас я разменяю бабки. А то меня автобус бросил. Выкинул меня как щенка. Что? Это банк? Блять, мрази конченые. Я думаю, еда, блять. Блин, что они сделали с этим домом? Господи. Какой же он весь украшенный говном каким-то. Прикольно. Голуби. У вас что тут что? Кухня, что ли? Вот такая штуковина. Голуби, вы куда? И, наконец-то я нашел. И сейчас я съем чебурек. Возможно, горячий чай выпью. Пельмени. Прощай, Ростов! Москва 1000 километров! До Москвы 1000 километров! Я до Суздали доеду, потом обратно в Крым. Шел 100 рублей дошел. Шел 100 рублей дошел. Иду встречать старого друга. Соседа. Где это? Дом 30. Ha ha ha.
у друга. Детство. Да, да, детство все вместе провели. Встретили, вот, а тут прикольный домик. Покурили кальянчик, да. У нас тут в центре атмосфера вообще хорошая. Да-да. Уже мало осталось? Ну, нормально. Ну, да, ну ладно. Все, давайте. Давай. Всем удачи. Всем пока. Да.